Мы находимся в центре милосердия города Зугреса Донецкой Народной Республики. И мы благодарим волонтеру «Пища жизни» за их помощь, за оказание, за пищу, за вот эти прекрасные булочки, за кашу всю. От чистого сердца благодарим вас. Дай Бог вам здоровья. До свидания. Сан Саныч, тебе нравится такая каша, что привозим из «Пищи жизни»? Да. Да. Тоже вкусная каша, да? Спасибо волонтерам. Благодарим, очень благодарим волонтеров «Пищи жизни», ибо за то, что нам и кашу дают, и хлеб. Заботятся о людях нашей Донецкой Республики. Спасибо вам за все. А скажите, пожалуйста, кашу свежую сюда привозят? Да, свежая, и хлеб очень свежий, большой, вкусный, и хороший, да. Да. Помогает вообще хлеб, да, вот это, помогает, продукты, да, помогают, да? Да. Все вкусное. Все вкусно, да? Да. А готовят вкусно? Очень хорошо, профессионально, повара очень хорошие. Каша чудесная, свежая, вкусная. Такую просто самому не сварить. Чудесная каша, булочки великолепные. Мы очень довольны и вам благодарны за это. Спасибо большое. Благодарю. Всех благодарю. За булочки, за кашу. Чтоб 100 лет вы не прожили, ни в чем не нуждались. И мы в том же числе и мы. Баба Галя, а каша свежая бывает? Привозят свежую? Отличная, каша отличная. А хлеб свежий? А хлеб тоже свежий. От хлеба никогда нельзя плохое слово говорить. Хлеб всегда, чему голова. Все, спасибо большое. Скоро я почить не мой Господь с тобой.